Добро пожаловать на канал 18 соток. Сегодня расскажу вам о сорте острого перца, который называется костер. Вот такой миниатюрный сорт перца. Высота куста, наверное, сантиметров 15. Очень аккуратный, маленький. Он у меня растет в огороде, но он идеально подойдет для выращивания в комнатных условиях. Перчинки торчат вверх. Алые такие, конусной формы, красиво смотрится, будет украшением для любого подоконника. Вот такие вот миниатюрные, шикарные кустики. Вот так выглядит плод в разрезе. Толщина стенок около миллиметра, перец тонкий, но очень острый. По шкале Сковила от 30 до 40 тысяч единиц. Его можно употреблять в свежем виде, можно высушить, а потом использовать в молотом виде. Идеально подходит для консервации, маринования. Ну и в свежем виде тоже. На этом обзор заканчиваю. Заходите на мой канал, знакомьтесь с другими сортами перца. We'll be right back.